гейминг, чтобы наверняка все поняли. Бипро — это болгарская команда, которая почему-то играет под великобританским флагом. Какая-то полнейшая неразбериха у нас в плане организации, но ничего. Главное, чтобы игроки показывали хорошую игру, и пока ситуация 3 в 3, поставленная бомба. И NPK выходит, ставит голову Шпзу. Шпзу. Ну, убивает, скажем так, танком. Ну что, Джаред пошел пушить, видит противника, надо выйти, дать минус, потом убить второго. Да ладно, он убивает второго, потом сейчас будет убивать первого. Время. Серьезно, поменял. Ему хватило трех патронов. Неужели... Или не успеет? Не успеет. Ой-ой-ой, это мог бы быть самый красивый раунд этого дня. Эх! Ну, это было бы божественно, это было просто божественно. Он дал такие минуса, но, увы, ях, этого не хватило. Слушай, он поменял свой пистолет, в котором, по-моему, так оставалось патронов 5, на пистолет, в котором осталось 3 патрона, и этих 3 патронов ему все равно хватило, чтобы убить своего противника. Ему было слишком просто, ему надо было, чтобы ситуация была жестче. Он этого добился. Ну, эх, ребята не взяли пистолетку. В целом, я не могу здесь выделить какого-то фаворита, я просто искренне надеюсь увидеть сейчас хороший Counter-Strike, ну и посмотри, атака у нас пошла. Вместо этого мы видим, как Джеред покупает... Покупает дробовик. Так дробовик — классная тема. Да, возможно, не на втором раунде, но почему нет? Да, вот такой вот момент. И посмотри, втроем сейчас пропушили на Б. Игроки Векст в итоге вышли практически на вражеский респаун. Здесь никого нету. Здесь абсолютно никого нету. Ой, посмотри, сейчас НКФУАИ должен давать минус, убивать того самого Джареда с дробовиком. Сейчас Алюмет будет принимать, по сути дела, в одно лицо выход на А по длине. Ты это видишь, происходит, да? Алюмету сбривают. Аба! Минус ножа, да? Дает NKFI. Он просто высадил. Его зовут NK, просто NK. Это буква А. Ничего страшного. И 5-2. 5-2. Дробовик не был реализован, зато реализованы. Хотя вот пистолетик. Пистолетик у Тикса нормально, неплохо. NPK, кстати говоря, подбирает дробовик, но дробовик был проклят. Ну посмотри, это сколько хелспоинтов он оставил, там 2 хп, 2 хп, Карл! Он был невероятно близок, либо 2, либо 20, в любом случае. Что то, что это, он был очень близок, но, увы, ях, не получилось. Сначала здесь Тикс как-то сейвить свой 5-7, ну здесь, наверное, не надо сейвить 5-7, здесь надо не нафиг оппонента лишний раз. Поэтому делает он все правильно. Да, $600 отдавать болгарам не хочется. Своих честно заработанных французских 600 французских долларов. Нет, говорят, мы поддерживаем отечественного производителя, мы лучше оставим эти $600 себе. И да, вот тот самый 5-7 сейчас на руках у Тикса. Кстати говоря, у двух игроков уже... по 3000, то есть на следующий раунд вполне возможно мы увидим снайперскую винтовку в чьих-то руках. Почему бы нет? Ну, посмотрим, что к чему. Действительно, поглядим, как у нас будут развиваться события. Пока что атака у нас имеет 2 калашникова, 3 целых UMP-шки. Опять же, UMP-шка штука невероятная. На мой взгляд, классная. За сравнительно небольшие деньги, учитывая стоимость нормальных штурмовых винтовок, ты получаешь почти столько же патронов, ты получаешь чуть меньшую скорострельность и вполне себе приемлемую точность, а скорость передвижения. Поэтому можно играть с UMP-шками, почему бы и нет. Этим ребята и пользуются. То есть лучше взять UMP, чем не взять UMP. Такая простая логика. Прямо высказывание достойное Конфуция. Лучше взять UMP, чем не взять UMP. Лучше убить противника, чем не убивать противника. Ну, насчет второго я бы поспорил. Бывает редкая ситуация, когда противника лучше не убивать. Здесь у нас Фикс готов выходить давать минус. Да ладно, там очень лоу хпшки, игрок атаки. Ники. Просто зажали со всех сторон. Вот только сейчас Алюмет его убивает. Алюмет поставит еще голову или нет? Похоже, у тебя так хорошо в рифм получилось, но кажется, головы ставить он не сможет. Карта стоит последний в живых, последний из магикан. У него всего лишь есть дым и UMP-шка. Надо просто бежать сейвить, все это прекрасно понимают. И решили, ребята, ну, разойтись миром, не считая взрыва планта. Но с этим ничего нельзя было поделать. Но выжил. А выжил. Итак, 3-0 сейчас должен быть бай от Vexed Gaming. Опять же, как ты и говорил, это снайперская винтовка. Плюс уже я вижу целых 3 М-ки, UMP-шка, гранаты, армор, и все хорошо. Важно взять этот раунд, чтобы не дать противнику отрыва.
Да. Полностью с тобой согласен. Раунд нужно забирать. Поддавать раунды поздно. Первый оружейный как никогда важен. Особенно за сторону защиты. Потому что вы не можете просто потом поставить бомбу и подфармить еще немножко денежек. Все-таки надо... Надо раунды брать и надо их выигрывать. Все очень просто. Это же очень простая игра. Кто берет 16 раундов, тот и выигрывает. Да, действительно. Ну, в редких исключениях, скажем так, при допах что-то идет не так. И когда у тебя 16 очков, ты еще не выигрываешь. Но это, собственно говоря, на то и исключение. Атака. Атака намерена выходить под план B, вернее, поворачка, под план A. Ники здесь не понял, откуда стреляют, откуда убивают. И просто какая-то бешеная серия разменов здесь в итоге. В итоге что у нас? Бомба лежит, отстреливается болгарский игрок, что налево, что направо, но Джеред оказывается сильнее. Ну и приходит все-таки НК, дает свой минус, но НК... Отлетает, в свою очередь, от Румбенга. И первый оружейный все-таки забирают французы. Молодцы. Не отпустили. Красавчики. Да, молодцы. Они действительно это сделали. Ну и самое главное сейчас, скажем так, продолжать оптимистично, набирая раунды и убивая оппонента. Выход. Очередной у нас раунд, это похоже на какой-то быстрый выход под Б, но я ошибался. Парень просто пришел, бросил гранату и ушел. Собственно говоря, все на этом. Ребята будут вновь отыграть медленно. И пошел просто в шорт, видел противника на посад, видел прыгающего игрока, но он ничего решил с ним не делать, решил его пощадить. И, кстати говоря, бомба все еще на детской площадке. Здесь сейчас психа перекидывает ее Пойзону. И... Из глубины действуют сейчас трое игроков атаки, подтягиваются. 7-9 номер это Ники и НК. Выходят из подземки и... Нет, НК будет смотреть спину все-таки. А Ники смотрит, что тут в туалетах, что тут в душевых, все ли нормально. Санэпидемстанция, здравствуйте. Все ли в порядке, может, где ремонт нужен? Ну и смотри, ребята сейчас выйдут под брисел Румбанга, и у него в руках эмка. Он может дать один минус. Скорее всего, его там никто не ожидает, хотя под флешку полетели. Он услышал, готов принимать первого. Нет, никого не убил. Дает, даже не убил никого. Ох, будет труд. Вот сейчас алюмета просто... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, проходит по прицелу у него. А он ничего сделать не может, тем более его еще убивают через смок. Ну как так? Ну зачем занимать такую позицию? Непонятно. То есть он пытался как-то отсидеться с минимальным запасом по здоровью, но все закончилось крайне печатно. Печатно. Я бы сказал, скорее, даже не печатно. Вот это моя оговорка. Непечатным образом. Закончилось для французского игрока. Бомба установлена и... Похоже, что экономики французов настал кирдык. Да. Большой кирдык. Похоже на то, денег нет, но вы держитесь. Ну, я не знаю, что делать ребятам. Продолжать проигрывать раунды. Нет, это, конечно, противнику выгодно, но точно не. Их здесь выходит и погибает. И даже доставить личный девайс не удалось. И про вырывается вперед. Сильно врывается. Что, 1-4? Неприятный счет для французов. Впрочем, сегодня мы на оверпассе видели камбэки и не с такого счета. Да. Поэтому все возможно. Опускать руки не стоит. Это, посмотри, с другой стороны, защита. Они все-таки французы. У французов исторически так сложилось, что там все очень непросто. И в случае опасности вполне могут и... Сдаться, да? Поднять лягушачьи лапки, сказать, все, мы сдаемся. Вы только не бейте нас, пожалуйста, злобные болгары. Кстати, Болгария, если я ничего не путаю, если я хорошо ходил на уроки истории в школе, Болгария была страной, которая, европейской страной, одной из тех европейских стран, которая выступала в Первой мировой войне на стороне Германии. В первой, не во второй, а именно в первой.
К сожалению, в школе не было уроков истории. Вообще? Вообще. Нет, они были, мы смотрели мультик. И, как ты понимаешь, знаний по истории у меня не особо много. Я, конечно, любознательный молодой человек, но не настолько. А мультики были по истории или это были просто мультики? Нет, это были просто мультики. Слушай, прикольно. Да. С одной стороны, с позиции простого ребенка, да, но в целом не особо, я тебе скажу, не особо. То есть, фактически, с точки зрения школьной программы, значит, не было ничего, ни динозавров, ничего, потом внезапно вдруг возникли все страны. Да, именно вот так. А еще были драконы, феи и что там вообще было в мультиках. Тем временем команда Action Gaming где-то погибает. Ситуация уже 2 в 5. Ситуация ужаснейшая. Да, вроде бы есть пара винтовок на руках. Но что с этими винтовками делать, когда вы уже отдаете play and B, когда у вас, несмотря на то, что в руках есть раскидки, огромная численная диспозиция. Ну и вот, в общем-то, все. Печалька. Нет, очень конечно, большая очень... печалька. Алюмет. Я не понял, он вроде бы должен был встречать своего оппонента и даже прицелился тому в область головы, но когда он увидел его каску, он просто не начал стрелять. И в итоге на этом он отъехал. А Румбэнк остается последним, пытается как-то где-то спрятаться, возможно, сделать шальной фраг. Ну вот, сменил девайс, все, его заметили, надо прятаться, надо спасаться. Ну хорошо, окей. Румбэнк, допустим, этот раунд переживет. Что со всеми остальными денег-то нету? Играем большие проблемы, и со счетом тоже начинаются проблемы. 6-1 вроде бы этот момент, когда нужно начинать камбэк, а экономики начинать камбэк нету. И это огромная проблема, что с этим делать непонятно. У противника все очень хорошо. То есть там и винтовки на руках, и запас по деньгам минимум на 3 бая подряд, по моим ощущениям. То есть там все просто великолепно. С другой стороны, возможно, Пипро слишком хороши за атаку, а в Exit Game как раз-таки наоборот, возможно, у нас будет парень. Ого, ты видел эти минуса, да? Я видел эти минуса, это вообще без шансов, и в итоге Румбэнк с засейвленной М-кой выходит в скрипу, и тут же его с трех сторон одновременно просто уничтожает. Печаль. Все, что я могу сказать об игре французской команды, это печаль. И команда Бипро... Кстати говоря, интересный тег с интересной историей, потому что исторически сложилось так, что это топ-2 команда Болгарии и всегда была топ-2 командой, когда гегемония команды, известной как EFRAG, как Mortal Kombat, как что там еще у вас было? G-Play они также назывались. В принципе, выходцы из той самой команды, они проходили через игру за, собственно говоря, тег за цвета Bipro. И мне очень интересно посмотреть, как они смогут себя показать в этой лиге. Потому что место они здесь определенно заслужили. Некоторые игры они отыгрывают очень и очень круто. И, возможно, вот этот новый второй болгарский состав, он может заменить тот самый первый легендарную болгарскую пятерку, которая сейчас... мягко скажем, подразвалилась часть, которая сейчас защищает цвета организации ROG. Но, а вторая часть пытается возродить тег Mortal Kombat, пока, правда, не очень успешно. Ну, действительно, надеюсь, что все будет у этих ребят хорошо. Я летом, возможно, планирую поехать в Болгарию. Возможно, это как-то связано, не знаю, зачем я, честно говоря, это сказал. Ну, все же, здесь у нас выход никим, да это очень важный минус, но... Опять же, пока что в Exit Gaming играют настолько, не то чтобы слабо, нет, ну, в общем, беззащитно. То есть, их убивают, а они грызнуться не могут. Да, они, конечно, убили Пойза, это хорошо. Да, пока что планты под защитой. Но мне кажется, это вопрос времени. Сейчас Бипро просто придут, всех поубивают и поставят бомбу. Хотя, есть хороший минус от фланга и минус от Джарода. Это может быть поворотом, так. Вопрос, поворотом куда? Сейчас Птича должен был перевести огонь раньше на противника и убить его. Прямо что-то пошло не так. Ну и Шпиц-танк выбросил снайперскую винтовку. Говорит, ребята, она вам не нужна. Я уверен, вам эта снайперская винтовка не поможет. Поэтому вы даже думать о ней не думайте. А я буду сейвить свой калашников. Почему не сейвить ОП? Хотя с калаша, конечно, проще играть против агрессии.
есть. Ну что, Wexit Gaming, вот только-только начал я их разносить в пух и прах, они взяли раунд. Ну, 2-7. Я не знаю. Главное, чтобы они не слишком поздно взяли этот раунд, потому что разница уже 5 раундов. Бипро практически уже обеспечили себе победу, как минимум, в первой половине этой карты. И экономика у Бипро просто космическая. Упирается в потолок. Могут они 2, а то и 3 раунда закупаться, проигрывая в хламину. В общем, что сейчас нужно изобразить Векс, чтобы вернуться, показать зубы, я даже не знаю. Алимет, по-моему, заметил, тем более еще и прилетела дымовая граната с длины. Алимет будет стоять и будет чекать мидл. Румбэнк занимает в упоре на выходе с ланга позицию, ту самую позицию, в которой мы сегодня видели, как... Дося, Михаил Столяров резал шведов. Никель услышал Румбенга, но тот перестрелял его все-таки на выходе из смока. Пойзон минус один, НПК отлетает. Пойзон заметит ли... Заметил коктейль Молотова, он должен понять, что коктейль Молотова из дыма просто так не летает. Он, к сожалению, проиграет эту самую перестрелку. Но есть размена, ситуация 2-2. Время псих, который приходит с длины со спины, убивает своего оппонента. Это, по-моему, как раз-таки Румбенг и был. Но еще раз, еще дальше со спины приходит Джеред и... Посмотри, сколько... какое хорошее решение от игрока атаки, просто уйти на другой плен, пока противник... Слушай, зачем он это делает? А слушай, он откидывает смог. 20 секунд. Он пытается нафейковать. Да ладно, у него получилось! У него получилось! Это работает теперь! Джеред услышал! Джеред услышал. Окей, бомба установлена, но Джеред хотя бы движется в правильном направлении. Он не ушел на плент Б, и это действительно хорошо. Это действительно здорово. Джеред прочекал тут, прочекал там. Эх, бомба сейчас стоит бы... под туалеты. Бомба под туалеты. Нужно аккуратненько спуститься и аккуратненько их прочекать. Зачем? Зачем? Объясни. Не, ну правильно, Джеред, было бы... кинуть коктейль Молотова в одну сторону и ждать противника с другой, это было бы максимально логично, но я действительно не понимаю, неужели он не знал, что противник... стеночки. Да, или хотя бы от стеночки. Неужели он думал, что противник будет стоять с ножом, ожидая противника, который к нему пойдет? Ну, странное решение, бывает, ошибся, переволновался. И фактически... своими собственными руками отдал этот раунд, который можно было брать. Это был берущийся, в принципе, раунд. Клатч 1 на 1 всегда. 50 на 50. Печально. Очень мне печально видеть то, что сейчас показывают вексиды. Ну, давай смотреть. Давай смотреть, надеяться. Есть 3 девайса, включая снайперскую винтовку. И 2 дигла эти девайсы дополняют. NPK прыгает. Прыгает изо всех сил на мешке с цементом. Действует никелю на нервы. По-другому я это назвать не могу. Никель сидит, смотрит в одну точку и просто... Просто отошел, наверное, за бутербродом. Возможно, кстати. Время позднее, пора бы и подкрепиться. Почему нет? Почему бы и нет? NPK продолжает у нас напрыгивать. Но в скрипу никто не идет. В скрипу никто не идет, на болоте он просто никого не видит. А в этот самый момент, что делает Никель? Ему надоело. Никелю просто надоело. Он пошел убивать. Он убивает одного, он убивает второго. Вот что значит голодный человек. Да, подкрепился бутербродиком, пришел. Так, вот это вот да. Ты выходишь на человека, который бежит на тебя с ножом. Он успевает достать АК и тебя перестрелять. И ты наносишь ему всего ничего урона. Сколько там? 22 урона. Одно всего попадание. И то какое-то очень хилое. Как так? Действительно. Непонятно. И Векс, не могу сказать, что они проигрывают тактически. Они проигрывают на каком-то индивидуальном уровне. То есть перестреливают. Просто болгары их перестреливают. Вот эти ситуации 1 на 1, а то и 1 в 2, когда... кто это был? Это был...
Это был Никель, который, кстати говоря, умер от взрыва. Когда Никель просто выходит через коннектор и убивает сначала одного, а потом разворачивается и убивает моментально второго. Никаких ни разменов, ни ответных действий, ни там, ни под флешку, ни как-то там дымом что-то прикрыть. Ничего не происходит. Просто... просто отвратительно. Да, ну, в любом случае, Бипро слишком хороши. То есть там и огромная тебе экономика, и преимущество по раундам, и сам старт на оверпассе со счетом 9-2, когда вы играете за атаку. Ладно, бы еще защита бы вы так выиграла. Я бы понял бы, но когда атака настолько сильно доминирует, это, конечно, беда. Поезд отсекает противника с шарта, плюс там еще у нас убивают румбэнг, это уже 5 в 3, это уже ужаснейшая ситуация для Вейксет. Ну и что делать? Может быть, поставить какую-то паузу и сыграть от нее? Ясно. Имеет смысл. Я бы на месте французов действительно паузу поставил, потому что, ну... непонятное что-то происходит. Как реагировать на вот такую отвратную игру в защите, когда ничего не получается? Нужно остановиться и нужно поговорить. Нужно обсудить, нужно подумать. Пока не получается у них это делать. И это печально. Это действительно грустно. Джаред, эх, трипл килл дал, но раунд выиграть, к сожалению, не смог. 10-2, и Бипро просто разваливают невероятно сильно, прям вот очень сильно. Что делать, непонятно, не ясно. То есть мы с тобой только что сказали о паузе, но вот эти ребята нас не слушают. Может быть, потому что мы говорим на русском, но переводчик что ли нашли, я не знаю. Ты можешь французский? Oui, un petit peu. Позже. Передай ребятам, чтобы поставили паузу, возможно, это им как-то поможет. Но это не точная информация. Salut les mecs, pause le map, s'il vous plaît. Всё, avec plaisir. Мы старались как могли, ну, мы сделали все, что было в наших силах. Посмотрим, услышат, прислушаются ребята к нам или нет, пока что есть минус. Пока Румбинг не прислушивается. Что он делал в этой позиции, я не очень понимаю. Он вышел по миду и умер где-то возле фонтана один-одинёшенек. Теперь за ним отправляется еще и Джеред. И уже ситуация 3 в 5. В общем, как-то отвратительно играют Векст в защиту. Еще сейчас какая возможность была сделать. Просто с пистолета дать минусов 5, а то и 15. Вот Тикс! Слушай. Отстреливают! И что, как они сейчас берут этот раунд? Ну там Дипро просто встали, короче, кучей в одном месте, типа, стреляйте по нам, ребята, давайте, мы вам дарим 3 очко, пожалуйста. Но это какая-то жесть, и Тикс просто в определенный момент вытаскивает этот раунд нереально. Просто нереально. Только что я говорил, что отвратительно Векст играют в защите, и Бипро своим примером решили показать, что они выигрывают 10-3, но они могут еще отвратительнее сыграть в атаке. Как это получилось? Какие-то поддавки, вот реально. У меня ощущение, что сейчас раунд был поддавком. Пойзер, ну, он видел Румбенга. Кстати говоря, Румбенг, по идее, тоже должен был его видеть. Но вопрос, зачем ты пушишь этот гребаный фонтан? Что там такого интересного? Ну, противник не будет этого ожидать. Я, короче, да... Ой-ой-ой-ой, ты видел этот минус? Это было красиво. Я видел. Это я было видел, просто красиво. Это Джеред, который в очередной раз допрыгался. Вот Джеред, который прыгает по цементу и пытается прочекать болото, пытается посмотреть скрипку. Смотри, какая позиция у... У кого? Первого. У Алимета? Ага. Но он играет в туалетах, он замечает и... Как, куда? Зачем? Получилось это... грустно. Эта зажигательная граната была... вообще бесполезны. Ты видишь, что там тень, ты слышишь, там какие-то прыжки. Аккуратненько, наоборот. Выйди на мид, зайди к ним в спину. И убей всех троих. Особенно тех, кто на бусте стоит. Там можно стрелять в нижнего, ты убиваешь нижнего, падает верхний на его место, ты продолжаешь стрелять и так убиваешь обоих. Вместо этого зачем-то откидывать зажигалку, палить свою позицию, чтобы к тебе просто пришел в упор человек, и пока ты свой девайс достаешь, он тебя убивает. Ну, сомнительное, на мой взгляд, решение.
Ой, печаль. Ну, может быть, действительно, во второй половине мы увидим что-то экстраординарное, что-то интересное, но... Беда. Беда. Я тут тебя поддерживаю. Может быть. Я по-прежнему хочу верить в то, что дальше будет лучше. Но, боюсь, нет. Ладно, последний раунд первой половины, я думаю, Бипро... Что? Я говорю, знаешь, что хуже уже не будет, и тут бац, 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 бац. Ну да, и 16-3, Бипро берут серию раундов подряд. Ники, кстати, сейчас должен давать просто минус. Оба, нашел. Вот что это? Фактически, типа... фактически, да, пистолетка, вторая пистолетка на этой карте определит, будет ли это 16-3, или это будет что-то другое. Ну, 16-4, окей, 16-5 в лучшем случае, нет. Ладно, я буду верить в камбэк. Мы, кстати, слушай, это у нас получается последний... Мы забыли, да. Это последний матч, и тут мы как раз-таки могли все решить. Эх. Мы забыли. Ладно, у нас боевая ничья с тобой по прогнозам будет сегодня. Окей. Это к лучшему, победила дружба, я вполне, вполне этим доволен. Рубен, кстати говоря, тоже может быть доволен тем, что он убил... Господи, он... Убил танка. Вот. Шипс. Он не Шпис, а Шипс. Вот так вот его зовут. Этого болгарского игрока НПК в упоре. За цементом в коннекторе перестрелял Нея. И дает еще и минус по психу. 2 в 2 ситуация. Однако бомба... бомба на пленту А. И Румбэнк несется, несется, бежит на плента. В этот момент НПК убивает Пойзон. И вроде бы Румбэнк должен понимать, что здесь только один игрок атаки может находиться, но 7-8 хп у него остается. Неприятно сейчас встретиться с Пойзоном и отлетит от него. 3-12. Итоговый счет первой половины. Беда. По-другому не скажешь. Да, я полностью поддерживаю. Беда. Но я думаю, мы не будем уходить с тобой на музыкальную паузу. Я думаю, все закончится довольно скоро. Это небольшая пауза. Хотя, кто его знает. Ну, вообще, по такой игре, действительно, на месте французов я бы просто написал ready и быстрее просто закончить и пойти спать. Потому что время уже позднее. У нас с тобой час ночи, во Франции сейчас. Так, 2 часа разницы, получается 11, но... Все равно поздновато. Все равно, да. Все равно время к закату. Я знаю, что игроки французской сборной там и учатся, и работают. По-моему, кстати говоря, Джейрод самый, один из самых великовозрастных игроков, ему тридцатник в этой команде. Да, Джейроду тридцатник, а остальные парни достаточно молодые. Тот же NPK, например, вот сейчас посмотрим, 21, Алюмет 23, Румбэнк 23 и Тикс. И Тиксу 25. Вот. А Джеред, у него и фотка на HLTV такая выразительная. Ой. Суровый, суровый мужик. Ну и посмотри, выход очень хороший. Моментально отрезали того самого шпица, либо же танка. Здесь Ники, отличная посадка, которую Ники реализует. Дает уже один минус, но бомба тикает. Несмотря на то, что в Эксет в меньшинстве, у защиты нет китов. И это может вполне себе зарешать. Слушай, ну Poison сейчас очень важный будет от него выпад, хотя... Нет, не очень важный, но здесь хотя бы он отстрелил Джереда. Да, и Бипро забирает пистолетку. И это печаль. Это очень большая печаль для французов, потому что, похоже, что дело клонится к 16-3, действительно. Ну, опять же, ребята, я думаю, прекрасно понимают, что, типа, блин, мы что-то тут немного проигрываем. Ну, так, самую малость, поэтому, возможно, зафорсились бы сейчас. Но, не знаю, если в Exit выиграют такую игру, я прям на лысо побреюсь. Ну, потому что это такое... Аккуратнее, аккуратнее с такими тем самыми. Наоборот, наоборот, сейчас форсить как раз не надо. Оставляют они деньги на третий раунд. В третьем раунде закупятся калашами и постараются... И возьмут 12 раундов подряд, да? Ну, не 12 подряд, но хотя бы что-то постараются взять. И Шипс просто, просто в одно лицо начинает уничтожать французскую команду. Его все-таки с Глока
разменивают, но урон нанесен. Кстати говоря, интересно. То есть шипс — это корабли, а танк — это танк, то есть он кораблетанк. Он танкер. Нет, он кораблетанк. Ну, такой вариант тоже. Амфибия. Может и повозить на земле. А если бы он работал в компании Wargaming, он бы, возможно, еще и самолетом мог бы быть. Там же три игры. Все может быть. Ну, что, все. 14-3, и опять же, наверное, последний бай. Последний фул бай в данной игре от команды Vexit, но давай не будем пессимистами. Давай будем надеяться на то, что они сейчас возьмут хотя бы кучу раундов, покажут нам какое-то напряжение. Напряжение, я думаю, у них в TeamSpeak сейчас очень даже... А может быть наоборот, ребята на расслабоне, там, с музыкой, с пивом, да с едой. Я представляю вкусной. Наоборот, я представляю, что тот самый Джеред, 30-летний, сейчас по-французски материт этих пацанов, такой, говорит, блин, у меня там семья, жена, дети, я за каким-то чертом тут с вами сижу, играю с балбесами, так вы еще и не тащите, хотя Джеред... 11-13 счет. Худо-бедно получше, чем у некоторых. Но все равно мог бы быть лучше. Мог бы быть лучше. В итоге ситуация 3 в 1. Алюмет и... Force buy на третьем раунде не заходит. Что такое не везет и как с этим бороться, непонятно. 15-й уходит болгарской команде. Они выходят на... матчпоинт, при этом экономики у команды Vex просто нету. По понятным причинам, я думаю. Да, калашниковы закуплены в этом раунде. Были последние надежды французской команды, но... Нет. Не происходит никакого чудесного камбэка. 15-3. Все плохо. Все действительно не очень-то и весело, но... могло быть лучше. Ладно. 5 теков. Это одна... А, блин. Ну они даже Тимблей на 5 теков купить не могут. Ну ладно, Тигл это хорошо, но опять же, вот было бы 5 теков, было бы веселее. Красивый, быстрый выход на Plant B. Под дымы, под флешки, с теками, но... Ну, слушай, Тигл, ну может быть Алимет просто мастер Дигла. Что происходит? Почему Джеред в одно лицо побежал пушить, и он убивает Шипса? Подбирает ЮМПшку, не смотрит спину, ну почему, ну Джеред, ну как так-то, ну ёлы-палы, ну серьёзно. Камера не хочет мне это показывать, она говорит, нет, тебе это не интересно, смотри за НПКМ, который ходит туда-сюда. Я переключался просто сейчас руками на Джереда, который пошел пушить смог, и это такой провал провалов, ну я не могу, это... Я не понимаю. Это было действительно не очень грустно, судя по твоим словам. Ну что, команда Бипром, у ребят есть уже матчпоинт, их очень много, игроков... Атаки очень мало, ну и все это дело пахнет концом. Причем не было бы приятно для команды Векса. Алюметы вдвоем попытаются выйти на плент А. Здесь у них будет НК. НК на ХЛП, алюмет не справляется со стрельбой. И НПК. Ну что, хотя бы бомбу поставь. В последнем раунде, ну деньги там уже не помогут, либо... Это забей, как говорит наш любимый Виталий Волочай. Это не игра, это можно идти домой и ложиться спать. Ну что, 16-3, именно с таким счетом выигрывают болгары на этой карте. Отличный результат. Посмотрим, сейчас я одним глазком гляну на турнирную таблицу, хотя бы на начало сегодняшнего дня. У Бипро был результат 5-6, значит сейчас у них 6-6. И не сказать, что они прям наберут много-много очков на этом, но разницу, во всяком случае, раундов они себе определенно поправят. Где-то в середине турнирной таблицы они смогут закрепиться, я уверен. Ну что, на этом мы на сегодня с тобой прощаемся и прощаемся с нашими уважаемыми зрителями, да? Да, те 50 человек, которые дотерпели с нами до самого конца. Спасибо вам большое. Спасибо всем, кто был на сегодняшней трансляции. Для вас работала студия Рукап. Для вас работали Давидок Шагроманян. И, собственно говоря, я. Меня зовут Касунаги. Мы с вами услышимся, увидимся обязательно на будущих трансляциях. Подписывайтесь на наши социальные сети. Ну, а сейчас спокойной ночи. Удачной вам среды рабочей. И до скорых встреч. Пока-пока.